Всем привет! Думаю, все замечали иногда очень странные или смешные переводы описания товаров на Алиэкспрессе. Иногда они забавные, иногда совсем непонятные и очень смешные. И в этом видео я вам покажу прикольные описания, и мы вместе посмеемся. Делитесь этим видео с друзьями и угорайте вместе. Погнали смотреть! И первый товар — это Ивон бразильские странные вьющиеся волосы девственницы. Чего? Волосы девственницы бразильской. Ну, не знаю, не знаю. Вот сам товар у нас на Алиэкспрессе. Ну, это сразу понятно, что это искусственные волосы. Но описание у нас чрезвычайно смешное. Бразильские волосы девственницы. Погнали дальше. Далее у нас идет вот такая вот подушка. Под названием «Подушка, форма подушки, куклы, бросить подушку забавно». Ну, такую подушку с говнецом явно забавно бросать. И вообще она очень прикольно выглядит. Сам товар на Алиэкспрессе, вот у нас обычная подушка. Говно! Имеется много размеров, вот, имеются много интересных форм у нее. Но описание явно довольно прикольное. Погнали дальше. Далее мы видим вот такой вот прикольный штопор. Китайцы его расшифровали как «Новая кухня-бар, красный фан, счастливый человек, пиво, сода, открывалки». Четко. Не знаю, какое там пиво, сода, открывалки, но человек явно счастливый. Вот так выглядит товар на Алиэкспрессе, так что можете покупать, если вам интересно. Смотрим дальше. Дальше у нас идет вот такой вот мощный 1000-ваттный лазерная указка лазер с звезда головы лазерной калейдоскоп сверхдержавы. Хотите купить лазерный калейдоскоп сверхдержавы? В описании будет ссылочка, если что. Вот так выглядит товар на Алиэкспрессе, то есть это обычная мощная лазерная указка. Но китайцы предпочли перевести ее как лазерный калейдоскоп. На минуточку, Вася, сверхдержавы. Смотрим дальше. А как вам мужская мужчины-женщины 3D, которым доверяет, сука, Ким Чен Он? Ты чё, охуел, блядь? Я такое вообще впервые раз вижу. Вот так выглядел товар на Алиэкспрессе. Его уже заказать на данный момент нельзя, но описание прям бомбическое. Мужская мужчины-женщины 3D, которым доверяет, сука, Ким Чен Он, блин. Толстовка, сексуальная потливость Северной Кореи. Ой, блин, такого трэша я еще не видел. Сексуальная кошка, уши, открыть сундук, свитер, аниме. Как вам такой прикид? Вот так выглядит товар на Алиэкспрессе. То есть это обычная какая-то сексуальная водолазка женская или свитер. Я не понимаю. Пишите в комментариях, что вы думаете, это по вашему мнению. Но описание выглядит крайне смешно и забавно. Сексуальная кошка, уши, открыть сундук, свитер, аниме. Вот так вот, что они курят там, я не знаю. Бюстгальтер, женщины, самоклеющиеся. Толчок вверх, хлопок бюст, без бретелек. Установить белье. Не знаю, что у них там толчок вверх, установить белье, конечно. Но товар крайне прикольный и интересный. Это, как я понимаю, бюстгальтер пушап женский. Вот, но описание стоит, конечно, желать лучшего. Пусть китайцы лучше поработают над своими описаниями товаров. Толчок вверх, хлопок бюст. Нормально. И вот вам новый женский наряд под названием «Непослушный муслин». Oh my. Вы знаете, кто такой непослушный муслин? Я нет. Горячая, 2015, дамы, сексуальное женское белье, горячий, чистый, непослушный муслин. Ну это, конечно, да. Вот так выглядит белье на Алиэкспрессе. Тут понятно, что это сексуальное нижнее белье, наряд эротическое белье. Но описание у них, конечно, ихние непослушные муслины, конечно, желают желать лучшего. Едем дальше. Еще один сексуальный женский прикид. Сексуальный крест недоузок обратным вырезом. Женщин росту бюстгальтер нью кусок. Нью кусок — это как бы по-американски новый кусок. Женщин росту бюстгальтер новый кусок. Сексуальный, да. Фантазия у них, конечно, зашкаливает. Вот так выглядит товар на сайте AliExpress. Тоже как бы описание вообще интересное. Но, блин, нью кусок бюстгальтера женщины. Нормально, нормально. Прикольно получилось.
И финальный пиздец, это у нас золотой пиздец стиль с запахом Guita Tune O Magic Most для электрогитары. Я не знаю, вы знаете какой-то пиздец для электрогитары? Так вот вам, даже золотой. Золотой пиздец стиль, Вася, стиль главный. Вот. Стиль прям видно, что он стильный. Запахом Guita Tone O Magic Most для электрогитары. Если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях, как оно правильно расшифровывается, что это за деталь. Ну, явно это не золотой пиздец стиль с запахом, да? Может, конечно, он и пахнет, но, блин, что-то меня смущает. Если вам понравилась такая подборочка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Поугарайте вместе. А если вы видели или находите какие-то прикольные описания на Алиэкспрессе, то кидайте ссылочку в описание. Мы посмотрим с подписчиками, посмеемся, поугараем и, в общем, будет весело. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и ставить лайк. Всем спасибо, всем пока!